Первый канал и компания «Телеформат» представляют. В школе. А где она? Кто будет отвечать? Я ничего не знаю, отпустите. Шух, ребенку представь, так же нельзя. Нельзя? А ребенок у меня целую неделю уже пропал. Кто отвечать-то будет? Если пропал ребенок, надо в милицию заявление написать. Написали. И ищут толку. Я уж который день здесь хожу. А может быть, вы видели, а? Девочка, 12 лет. Нет, девочку я не видел, но помочь ее найти я могу. Я частный детектив. Ой, помогите, а. Я день и ночь на вас молиться буду. Ну хорошо, как пропала девочка? Да это все из-за Аньки. Дочка моя непутевая. Пойдемте, сами все увидите. Вставай, бессовестная! Детектив пришел, Ладочку искать будет! Присаживайтесь, здесь вроде почище. Сима, я постою. А что, не нашли еще, что ли? Мама, что ты без предупреждения? Без какого предупреждения? А ты, когда Ладочку ко мне отправила, ты меня предупредила? Да что там автобус 20 минут пешком? Да через 3 дня звонит. Говорит, Ладочка физкультурную форму забыла. А Ладочка ко мне не приходила. А ты специально ее послала, чтобы с хахалями выпивать. В чужом человеке. Знаешь, не умеешь пить да ум сохранять. Не пей. Я всех родственников, всех знакомых обзвонила. Глухо. А где отец Лады? Да нет отца, в бегах. Проходимец. Вот я и думаю, мать, это Петькиных друзей проделки. Чего ты мелешь-то? Чего ты мелешь? А вдруг и правда? А что ж теперь делать? Ну, для начала все мне рассказать. Кто такой Петька? Что за дружки? Какие проделки? Да папаша. Папаша Ладин. А ты вставай, лохудра. Пойдемте, я вам фотографию покажу. Вот он, красавец. Бандюган. Все на терке-разборке ездил. Говорит, большие дела крутил, большие деньги обещал. И сгинул. А как сгинул? Так вот, сгинул. Интересно. Куда же он пропал-то? А так, сгинул и все. Ноги, говорит, давайте, делайте. Ты и дочка твоя. Ну, короче, жди меня, и я вернусь. Ага, вернулся. Ладочке 3 месяца было. А отца ни слуху, ни духу. Почему вы думаете, что к исчезновению Лады причастен ее отец? Так он же сказал. Девчонку береги. И не входи на улицу. А я, дура, забыла. Моя кровиночка. Одну отпускать-то не надо было. Дружки тут как тут. Да я думаю, никто не знал, что у него... Ребенок-то есть. Вы даже не женаты были. Где моя кровиночка? Надо было думать, когда от уголовника рожала. Как фамилия-то Петьки? Кузнецов. Кузнецов. А отчество не помню. Не помню отчество. Мать, а ты что, прям святая, что ли, такая? Все помнишь, да? О, Николаевич. Николаевич. Значит, Петр Николаевич Кузнецов. Очень редкое имя. А год рождения? Мам, сколько мне лет? 35, 36. А я шмотки его сохранила. Вот, шмотки. Собаке служебной дайте понюхать. Она и найдет. Да нет у меня собаки. Как нету? Что, вы сами, что ли, по следу идете? В общем, да. Я фотографию пока себе оставлю. Помощники Лукина получили от шефа задание добыть информацию об отце Лады. Ага. Хорошо, Игорь Петрович, я понял. Приступаем. Ну что, нас можно поздравить.
ищем особо опасного мафиози. Угадай, кого? Аль Капоне? Нет. Лаки Лучано? Нет, бери выше. Петра Николаевича Кузнецова. Что, ты не знаешь такого, что ли? А еще в частном сыске работаешь. Ладно, уступи место. Федь, ну что ты заранее расстраиваешься? Ну, если он рецидивист, то наверняка есть в каких-нибудь соответствующих базах. Хорошо, если так. Да и то, я думаю, там Кузнецовых полным-полно. А если он не привлекался, тогда нам вообще таскать, не перетаскать. И, кстати, он может жить по поддельным документам. Или, например, фамилию сменить. И вообще уехать за 3-9 земель. Да, да и в милицию он наверняка не обратится, даже если опасность будет угрожать его ребенку. Странно то, что девочку похитили через столько лет, когда отец уже давным-давно с ней не живет. Ну, может, они только сейчас узнали о ее существовании. Недаром же у воров в законе принято не иметь семью. По убойным делам смотришь? Ну и что? Столько всего интересного. Ну, в общем-то, ничего. Чтобы разыскать Петра Кузнецова, Лукин обратился к своим источникам, хорошо знающим криминальный мир. Одного за другим Лукин объехал всех своих информаторов, но никому из них человек с фотографией известен не был. От Кузнецовых уже в глазах рябит, и ни одного подходящего. Давай я посмотрю. А что толку? Я все базы прошерстил. Либо он уехал из нашей области, ну, либо он уже очень осторожен. А я попробую просто по интернету пробить. У нас журналисты всех авторитетов знают и писать про них очень любят. Ну-ка. Соберешь богатый урожай Кузнецовых. Вперед. Ну что, нашли? И у меня ничего. Просто человек-невидимый какой-то. Ты чего? А может, это наш? Вон, криминальная хроника Зареченска. Вчера в отделении милиции позвонил некий гражданин Кузнецов, который попросил, чтобы его срочно арестовали. Приехавшие милиционеры обнаружили Кузнецова на балконе чужой квартиры, в которую этот гражданин залез, чтобы его, по его словам, одолжить поесть и выпить. Вернувшийся хозяин, тренер по джиу-джитсу, решил проучить воришку. Его спасла только крепкая балконная дверь и вовремя подоспевший наряд милиции. Смешно. Но это же не может быть наш опасный мафиози. А вдруг наш? Ну-ка посмотри там телефон этого Зареченского УВД. Лукин связался с милицией Зареченска. Алло, добрый день. Моя фамилия Лукин, я частный детектив. У нас по делу проходит некто Кузнецов. Мы сейчас почитали сводку по вашему УВД. У вас тоже Кузнецов задерживался за кражу. Может, это один и тот же? Вы нам фотографии его не пришлете? А записывайте номер факса. 62-12-49. Хорошо. Ну все. Оказывается, на него возбудили уголовное дело, но он пока под подпиской. Ну, раньше не привлекался и так далее. Пришлю сейчас и паспортные данные, и фотографию. Он. Так что поехали, Федор, пока он на другой балкон не залез. Детективы приехали в Зареченск по адресу Петра Кузнецова. Так как Кузнецов находился под подпиской о невыезде и нигде не работал, была надежда застать его дома. Шестая квартира, второй этаж. А зная манеру нашего героя выходить через окно, подожди-ка ты здесь на всякий случай. Молодец, Федор, что его скрутил. Папаша на шустром оказался. Я даже не ожидал. Дверь у меня приложил. Да какой я... Да кому я папаша? Мужики, короче, на понт не берите. Успокойся уже, Кузнецов. Девочка пропала. Да не знаю я ни девочек, ни мальчиков. Не мой ребенок, зуб даю. У меня крыша серьезные люди. Ну, видишь, серьезных людей вспомнил. Вот смотри, это Лада, твоя дочь. Ладка? Да отпусти ты. Я ее вот такой помню.
О, как растут, а. Что, с тех пор я ни разу не видел? А что, Анька предъяву тоже кидает? Не-не, не видел, не знаю. Слушай, мне без нее веселья вот так хватает. Ты пойми, девочка пропала. Ее ищет милиция. Я, частный детектив, тоже ее ищу. Кто-нибудь из твоих друзей или врагов, или черт знает кого, мог похитить ребенка с целью, чтобы тебя шантажировать, или еще зачем-то? Вы что, мужики? Враги, похищения. Вы что, кино, что ли, тут снимаете? Не, мужики, мне пора. А то Галькина родня меня до суда под домашним арестом держать собрался. Дурака нашли. Придется задержаться. Федор, давай его в машину. Пропала школьница Лада Комарова. Отец Лады, Петр Кузнецов, был членом преступной группировки и много лет назад пустился в бега, предупредив, что его враги могут похитить ребенка. Детективы находят Кузнецова, но тот оказывается всего лишь мелким воришкой и никакого отношения к исчезновению девочки не имеет. Ну, рассказывай. А что рассказывать-то? Сбежал я от Аньки. Надоело. Я птица вольная, к семейной жизни неподходящая. Да? А детей зачем нарожал? А аборт – это грех. А ребенок – это же душа. А все эти сочинялки про мафию, про крутые разборки – блеф? Так врал я. А она, дуреха, уши развесила. Зато в мои дела не лезла, не спрашивала. Вопросы не задавала. Где был, с кем был. Значит, насочинял сказочек, чтобы смыться, да? Так специально. Чтобы они за ребенком следили. Анька выпить любила. Да и мамаша ее не лучше. Доигрались. Пропала девочка. А вы, мужики, ищите, ищите ее. А мне пора. Ну, иди, иди. В машине воздух чище будет. На следующий день Лукин и его помощница Наталья пришли к школе, где училась Лада, чтобы поговорить с ребятами после уроков. Соня, я ищу Ладу. Ты не знаешь, куда она могла деться? Нет, не знаю. В школе она так не появлялась? Нет, не появлялась. И не звонила? Нет. Ну ладно. Алло, ты где? В беседке? Я сейчас приду, нужно поговорить. Важно. Я боюсь. Ладно, потом. Сигареты? Но мне же не... Ладно, принесу. Игорь Петрович, эта девочка кому-то звонила, и мне кажется, она напугана. Я за ней прослежу? Угу. Вы можете сигарет купить? Могу, но не буду. Рано тебе еще курить. Меня папа попросил, а домой боюсь идти, он ругаться будет. А что, твой папа не знает, что детям табак не продают? Вы думаете, я сама курить буду? Нет, у меня от дыма сразу кашель начинается. Ну и ладно. Принесла сигареты? Нет, мне не продадут, а взрослые отказываются мне покупать. Блин, я же их охраннику отдавала, он мне за это в клуб пускал Руслана слушать. Ну, ты вообще коза. Игорь Петрович, я у дома 16 на Сиреневой улице. Тут эта девочка встретилась с подружкой. Может быть, это Лада? Ты часто Руслана слышишь, везет. Да пупеш от такого везения. Он в Москву уезжает, вы странные поступать. Ой, может, не поступит, вернется. Поступит. Я без него капец, Сонь, за ним поеду. Кому ты там в этой Москве нужна? Вот только тебя, салага, забыли спросить. У нас такой шухер. Ладка пропала, ее милиция ищет. Бабка приходила на меня, наезжала. Детектив у школы караулил. Жуть. И че? Как че? Нас с тобой вместе в милицию потащат. Родители узнают, мне тогда вообще... Не очкуй. Я твоей Ладке просто объяснила, что если она будет приставать к Руслану, ее старшие девчонки отметелят. Просто сказала, так я тебе и поверила. Ну, двинул разок, что прониклась. А нефиг меня крашеный выдр называть. Вот после этого Ладка и пропала. Сейчас что к чему? Вер, честно-пречестно, ты знаешь, где Лада? Да в гробу я твою Ладку видала. У тебя есть деньги? Да, сигареты же я не купила. Пошли в киоск, я жрать хочу, я тут с утра торчу. С утра? Зачем? Ну ты дура. Мой любимый человек уезжает, может, выйдет, я поговорю с ним. Пошли, я жрать хочу. Получив от Натальи информацию, Лукин приехал по адресу, где встречались Соня и Вера.
Не нравится мне эта Вера. Она Ладу ударила, а вдруг не ударила, а избила так, что... Ладно, попробуй что-нибудь из них вытянуть. Девочки, девочки, подождите одну минутку. Я частный детектив. Я занимаюсь поисками Лады Комаровой. А нас допрашивать нельзя, мы несовершеннолетние. Какие глубокие познания. А я и не допрашиваю. Я просто побеседовать хочу. Ваша подруга Лада пропала, а перед этим вы с ней подрались из-за какого-то Руслана, так, Вера? Смотри, он все знает, даже как тебя зовут. Нет, не все. Например, я не знаю, кто такой этот Руслан. А, деревня. Руслан – это лучший диджей в городе. От него вся школа тащится, даже мелкие. И Лада тоже? Ладка наглая, она хотела его на белый танец пригласить, а Руслан Вере нравится. Вот она ее и предупредила. Так предупредила или избила? Вот только не надо меня на пон брать, она даже не упала. Я так, легонько. А почему же тогда Лада нет дома, в школе она не появляется? Она что, тебя боится? Когда у вас дискотека была? Дискотека у нас была вчера, а Ладка и сегодня в школу не пришла. Ее девчонки все время бьют, а ей хоть бы что. А за что бьют? Ну, она врушка. То папа у нее олигарх, то в кино снимается. Сама ходит на витрины, пялится и говорит, что папа сейчас придет и все ей это купит. А сама 2 года в одном свитере ходит, и папы у нее нет, это все знают. Ну ладно, хорошо, значит, говорите, витрины. Вот же, девчонки, если вдруг Лада появится или что-то про нее узнаете... Сообщим, сообщим. А нам, может, за это дадут? Лучше деньгами. Ох. Оставив помощницу наблюдать за Верой и Соней, Лукин вернулся в офис. Наташа даже подслушала ее разговор с какой-то там девицей. Ну, такая, знаешь, оторва. И вы верите этим девицам? Но Наташа еще их послушает. Да я не думаю, чтобы они стали где-то держать Ладу из-за какого-то Руслана. Ну, может, она сама где-то спряталась? А зачем? Да вообще, где может прятаться неделю 12-летняя девочка? У нее ни денег на еду нет, да и холодно на улице. Да, похоже, тут не обошлось без взрослого человека. Вообще, не нравится мне эта история. Мне тоже. Ты вот что, возьми фотографию Лады, пройдись по центральным магазинам. Может, кто запомнил? Милиция развесила на досках объявления ее фотографии. Да знаю я. Но кто эти доски читает? Ну да. Федор по поручению Лукина прошел по магазинам и, наконец, напал на след Лады. Продавщицы узнали девочку. Говорят, что несколько дней назад она просила милостыню с местной поберушкой. Поберушку зовут Авоська. Ну, имени, фамилии никто не знает. Закончив разговор с шефом, Федор увидел нищенку, похожую по описанию на ту, которую он искал. Красивый, подайте бедной женщине на пропитание. Где девочка? Какая девочка? Вот это. Не знаю я никакой девочки. Пора мне, я домой пойду. Ну-ка, постой. Эту девочку милиция ищет. А у тебя документов, наверное, нет, да? За попрошайничество тоже можно загреметь. Да не знаю я ничего. Да я с ней только один день ходила. Рассказывай. Прибилась ко мне девчонка, неделю назад. Память у меня плохая, ничего не помню. Да, вот это вот. Говорит, тетенька, можно я с вами милостину пособираю? Деньги, мол, ей были нужны. Ага. А зачем нужны деньги, сказала? На одежду. У ней папа большой человек. А она к нему собиралась. А в старе, говорит, ее к нему не допустят. Я и согласилась это. Ну, только сказала 70% моих. Вот. Ага. А говоришь, память плохая. А кто у нее отец, она сказала? Да показывала какую-то старую фотографию. Там это... Мамашка ее, да это, несколько мужиков. Да не разобрала я ничего. Вот этот мужчина? Не, там это, доктора сидели в белых халатах. Куда девочка дальше делась? Куда-куда, вечером деньги поделили, она и ушла. Да, давай свою сотню-то. Детективы ищут пропавшую школьницу Ладу Комарову. Девочку недавно видела поберушка по кличке Авоська. Лада показывала ей фотографию человека, которого называла своим отцом. Это бывший коллега ее матери, бывшей медсестры Анны.
Но Анна не помнит его имени, а больница, где они работали, давно закрылась. Получив отчет помощника, Лукин решил побеседовать с Анной Комаровой. Все за Ладочку переживаю. А что, вы не нашли еще? Все, ничего не слышно. Анна, я могу посмотреть ваши семейные фотографии? Ой, и вы туда же. Ладка так любила фотографии смотреть. Меня интересуют фотографии, на которых, ну, не знаю, или ученые, или врачи, в общем, мужчины в белых халатах. Да, это когда я санитарка, что ли, в больнице работала. Есть. Есть. Только вот здесь вот есть, а вот здесь вот одной нету. Ну, вторую, видно, Лада с собой носит. В ком-то из мужчин она узнала своего папу. Кого? Вот это вы? А рядом кто? А, это доктор один был. Хороший мужик был. Если Петьку не встретила, Вы дочери про него рассказывали? Ну, я говорила, что у нее есть отец. Но если бы такой... В общем, понятно. Фамилия врача и какая больница? Фамилию не помню. Я фотографию пока у себя оставлю. Да. Фамилия неизвестна. И больница тоже. Придется поднимать списки сотрудников, но в интернете они вряд ли есть. А вы знаете, Игорь Петрович, у меня такое ощущение, что я его где-то видела совсем недавно. Ты шутишь? Нет. А, так и вы его видели, просто не запомнили. Это же Григорий Истомин, главный врач детского ортопедического центра. Молодец, Наталья, только почему я должен знать в лицо главного врача? Да потому что его фотографии на каждом углу висят. Он в Думу баллотируется. Надо бы с этим врачом-политиком встретиться и поговорить. Лукин решил разыскать хирурга Истомина по его месту работы и приехал к детской больнице. Но я из операционной не вылажу. Ты понимаешь? Ну хорошо, 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 я подъеду. Здравствуйте. Здравствуйте. Истомин Григорий Павлович? Да. Моя фамилия Лукин. Я частный детектив. Очень приятно. Я разыскиваю Ладу Комарову. Лада Комарова? А, это, наверное, история с автобусом. Так, списки в регистратуре. Ну, по-моему, там родители уже всех нашли. Понимаете, я девочку разыскиваю. Она пропала неделю назад. А я думал, вы про аварию. У нас тут автобус со школьниками перевернулся. Конечно, все живы, но травм очень много. Меня интересует Лада Комарова. Ее не было в том автобусе. Лада Комарова. Но у нас такая не лежала, я бы помню. Посмотрите. Подождите. Я так и знал. Вы что, знаете ее? Да уж. Представляете ситуацию. Девочка подкараулила меня, вот как вы сейчас. Сказала, что ее зовут Вероника, что она моя дочь. Представляете? Вот черт возьми, а. Я опаздываю. У меня сейчас на радио запись. Я на машине, давайте вас подвезу. Ну, давайте сначала домой ко мне заедем. Может, там Вероника есть. Ну, она сказала, что мама у нее работала санитаркой в больнице. И вы поверили девочке на слово? Ну, она сказала, что мама у нее умерла. Бабка пьет, бьет ее, выгоняет из дому. Ну что же, должен был ее выгнать. Так вы девочку домой привели? Нет, ну я хотел пойти в милицию, в школу, ну, чтобы узнать все. А здесь это авария. У меня операция за операцией. Вот направо сейчас, пожалуйста. Вероника! Лукин и Истомин зашли домой к Истомину, но Лады там не было. Не знаю, ну, может, она в школе задержалась. Ну, в кружке в каком-нибудь. Лада уже неделю школу не посещает. Мама с бабушкой с ума сходит от горя. Я даже понятия не имею. Но я думаю, Вероника вернется, и она все объяснит. Ну, кстати, вот ее кровать. Вот здесь она спала. Ну вот, школьный рюкзак Лады. Значит, в школе-то она не была. А это ее вещь? Без понятия.
кроссовки, джинсы. Я, конечно, в этом не очень разбираюсь, но мне кажется, все это прилично стоит. Одну секунду. Алло. Алло, Наталья, ты чем там занимаешься? Я собираю информацию по Истомину. Давай быстро на Гоголя 29, квартира 101. Нужна твоя консультация. А у вас деньги, случайно, не пропадали? Да нет. А вы что, думаете, что она украла? Я так думаю, что Вероника, вернее, Лада. Лада. Она специально изменила имя, чтобы я ее домой не вернул. Ты просто девочка придумала себе новую жизнь. Новое имя, знаменитого папу, красивые вещи. Ладно, я это временно возьму, подожду внизу помощницу. Лукин и Наталья объехали несколько магазинов, где Лада могла купить себе одежду. Продавщица узнала девочку, спросила у нее, не будет ли мама ругаться, если она купит такие дорогие вещи. Но Лада ответила, что мамы у нее нет, а папа у нее депутат, и ему некогда ходить с ней по магазинам. А когда это было? Позавчера. И, кстати, Лада расплачивалась купюрами по 10-50 рублей. Не могла же она за один день с этой Авоськиной попрошайничать несколько тысяч. Значит, Нищенко нас обманула. Значит, Лада с ней ходила не один день. Вот, поехали. Детектив Лукин решил сам встретиться с Авоськой и более жесткими методами выяснить всю информацию о пропавшей Ладе Комаровой. Ох уж эта малолетка, зря я с ней свидалась. Одни неприятности только от нее. Какие неприятности? Давай рассказывай, где девочка? Она ж с тобой попрошайничала. Да тут она что не со мной. Это мужики тоже на меня наехать пытались. Какие мужики? Да эти вот с Южного района. Она-то по их территории шастала, деньгу сшибала. Они-то ее повязали и ко мне привели. Говорят, мол, моя девка, что ли? Я говорю, нет. Видала ее в гробу в белых тапках. Где сейчас девочка? А я почем? Так, все в отделении. Начальник, а если это? А если, ну скажу, отпустишь, а? Ну ладно. Идем! Ну, собирай свой монарх. Давай быстрее. Пошли. Ой, так я ж говорю, она на чужой территории шастала. Деньги сшибала. А ребята ее поймали, пригрозили, чтобы валила оттуда. Но девка с характером оказалась. Ну и что она сделала? Да права стала свои качать. Мол, где папа, у ней депутат, что всех посадит. Вот. Они шибко на нее рассердились. Да решили ее дальнобойщикам продать. Вот. Да. Как дальнобойщикам? Она же маленькая совсем. Да при такой работе в 25 лет уже старуха никому не нужна. Так, тогда пойдемте быстрее. Когда они должны были продать-то? Да, кажись, сегодня вечером должен был клиент прийти. Они же еще думали, что это моя девка, думали, что я выкуплю. О, да вот же ж этот бомжатник-то, вот же ж. Пусти, урод! Все равно обломает! Че ты? Иди отсюда! Ты че, мужик, ломаешься? Это моя нора, а? С тобой все в порядке? Да, отвезите меня к папе. Он депутат, он вас наградит. Ой, Лада, ну ты прям Мюнхгаузен. Алло, Наташ, позвони Ане, скажи, что девочка нашлась, и Истомина предупредят, он волнуется. Да нет, мне надо милицию вызвать, кренделя одного определить. Ну а почему ты к бабушке не поехала? Да нафиг я ей нужна. Надоели. Мать пьет, бабка пилит, девчонки в школе бочку качат. А тут смотрю,
Тетка у магазинов деньги ушибает. Я с ней попробовала. Понравилось. И ты решила попрошайничать самостоятельно. Истомин думал, что ты в школу ходишь, а ты? А что? Полдня постою на улице, на кофточку заработаю. 2 дня на джинсы. Я, конечно, могу самостоятельно, вот, но папа мне все равно может что-нибудь купить. А куда мы едем? Домой, к маме. Да не хочу я к ней. Я теперь с папой буду жить. Он у меня документы оформит. Только для начала он должен узнать твое настоящее имя. Ну что ж ты, мать-то, нервируешь? Вот твой портфель, Вероника. Меня зовут Лада Комарова, это моя мама. Здрасте, а вы меня помните? Я Анна Комарова. Работала у вас в ортопедии, санитарка. Анна? Припоминаю, ты почти не изменилась. Да ладно, знаешь, что со мной время сделала. Да все можно исправить, зато у тебя вот какая дочь замечательная. А между прочим, папа, Григорий Павлович, скоро депутатом станет. Ну и хвастунишка ты. Анна Комарова проходит курс лечения от алкоголизма. Лада живет с бабушкой. Истомин работает в больнице и готовится к выборам, но успевает навещать Ладу. Она хвастается подружкам, что он ее папа.